холодная. Обещанное потепление в квартире Екатерины Алексеевны так и не произошло. Объявление на дверях подъезда гласило о том, что горячей воды в доме по улице Ибрагимова не будет до 12 мая. Сегодня на дворе уже 14, а в кране все так же пусто. Вот я грею горячую воду себе, если мне надо. Кипит. Чтобы хоть как-то согреться, бабушка надевает на себя несколько теплых свитеров и спит под ватным одеялом. Вот у меня одна кофта шерстяная, вторая кофта шерстяная, пуховый платок. На ногах у меня шерстяные носки и шерстяные, ну, можно сказать, как валенчики. Вот. О возобновлении отопительного сезона заговорили в середине недели, когда температура на улице опускалась до плюс 2 градусов. В первую очередь пообещали обогреть детские сады и больницы, но не забыли и о многоквартирных домах. Я дал распоряжение возобновить подачу тепла в жилищный фонд города Казани. Зареченская зона в течение вот ближайших 3 дней тепла не получит ни при каких условиях, потому что туда тепла давать некуда, там трубопроводы все под опрессовкой стоят. Тепло можем подать вот в этой части города, Бахтинский-Приволжский район и Советский. Однако сегодня нам рассказали, что, к примеру, дома по улице Зорги до сих пор не отапливаются. По телефону горячей линии диспетчер объяснил, что связано это с продолжающимся ремонтом тепловых сетей. Нет технической возможности в данное время подать теплоноситель. Трубы все разобраны уже, демонтированы. Ведется текущий ремонт магистральных тепловодов и внутриквартальных сетей. Теплоноситель горячую воду планируют подать 24 мая. Получается, что техническая возможность включить горячую воду в каких-то районах наступит не раньше, чем через 10 дней. Тогда же энергетики смогут подать в квартиры казанцев и тепло. Вот только насколько актуально это будет 25 мая, ответ на этот вопрос знает, наверное, только небесная канцелярия. Андрей Шульга, Роман Фенин, Рустем Залилиев, телеканал «Эфир». Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».